Можно ли котикам кисломолочные продукты? Понемногу и не каждый день котику можно давать кефир, ряженку, йогурт без добавок и, конечно же, творог. Но главное правило – они должны быть нежирными. Что касается сметаны, масла, сливок и сгущенного молока, то их предлагать котику нельзя, потому что они как раз чересчур жирны, а это может привести к проблемам с пищеварением, диарее, запору, рвоте и ожирению. Сыр котику тоже лучше не давать. Помимо жира, он содержит специи и добавки. А в сгущенном молоке, как в сырках, творожках и йогуртах с добавками, содержится еще и сахар, который котику тоже вредно есть.